Химках к борьбе с пандемией подключились вот такие инновационные автомобили. Это гидромак, который способен выполнять две функции одновременно. Сначала грузовик высыпает весь мусор в кузов, а затем в режиме дезинфекции контейнеры автоматически ополаскивают хлорсодержащими растворами. Гидромак, он позволяет помыть внутри. И при необходимости, если есть загрязнение, да, мы обрабатываем контейнера снаружи. Фактически все производится дезинфекция, все средства закуплены, непосредственно сотрудники находятся в масках, и это позволяет обрабатывать достаточно быстро. Всего в Химках размещены 2038 контейнеров. Их дезинфекцию проводят каждые 10 дней. Кроме этого, на улице города работают 14 мусоровозов, которые также регулярно дезинфицируют.